Пучеглазый мухомор боком сел на косогор. Нам не нужен мухомор, не пойдем на косогор. Всем привет! Сегодня 31 октября, и мы с матушкой пришли в лес за грибами. Привет! Пожелайте нам удачи. Да, уже поздняя осень, и пошли вот такие вот грибочки каштановые, польские, и зеленушки. Вот, мам пропустила. Да, я думала, это уже окурки. Зеленушки вкусные, будем брать. Обережно приоткрываю. Я буду в ведро. Попадается большое множество. Один край. Рядовок зеленых. Будем собирать их в отдельный пакет, чтобы потом солить. Вот зеленухи, как мы можем видеть, растут из песка и все в песке. Вот поэтому они многим не нравятся, что они тяжелые в обработке. Очень часто их не удается хорошо отмыть, и песок хрустит на зубах. Но одна из подписчиц поделилась своим советом, как можно легко избавиться от песочка. Берем грибочки наши, кладем их в теплую соленую воду, подсоленную, и весь песочек, пластинки открываются, и весь песочек выходит. А иногда удается найти в иголочках рядовочку. Еще кое-где попадаются свежие маслятки. О! Красота! Польские грибочки. А вот бледная поганка растет, а под ней он растет польский. Мы его брать не будем. Такие привлекательные бугорочки. О, это княгиня. Да, друзья, не удивляйтесь. У нас есть знакомая с Львовской области. Так вот, в этом регионе рядовку зеленую, зеленушку, называют княгиня. Даже не княгиня, а княгиня. Какая лепота. Вот такой вот польский красавец, крепкий. Чистенький. А вот сдалека вижу что-то большое такое. По-моему, то белый гриб.
И действительно, друзья, смотрите, видно вам? Сейчас мы заглянем под вот эти иголочки. Ух ты! Настоящее сокровище. Вот такой беляк. Вот какой белячок. И такая это плодородная сосна. Под ней уже второй польский встречаю такой большой. Полюбуйтесь. Большой, крепкий. Вот он со своим малышом здесь. Даже их тут не один. Посмотрите. Три. Вот какие красавцы. А вот еще рядышком. Оказывается, вот такой деформированный уже. Вот он не вылез, а деформировался. Кепка слетела. Видишь? Ага. О. Да, вот они из песка вылазят. Ага. Ну, пока мама тут собирает коричневые рядовки, я пойду проверю сосны. Вот зашел я в такие густые сосны, что удалось мне здесь найти. Вот вырос такой польский. Хороший. Вот еще рядышком лезет. И рядовка зеленая. И вот дошли мы на болотце. Тут исключительно хорошо все стало видно. Листва вся опала практически. Вот. Ага. Я думала, это другой нашел. А вот белый нас. О, красавец. Какой цвет красивый у шляпки. Ну вот и мне улыбнулась удача. Вот такой красавец. И еще в травке спрятался. В глазах мелькнуло что-то красненькое. И вот это просто чудо, что я его увидел там под листиками. Ладно, туда пролезть. Вот, он так как-то растет понад землей. Не вылазит, не показывается наверх. Лежа растет. Думаешь, это чувствует холод? Посмотри, лежачий подосиновик. А может просто прячется, чтобы его не увидели. Смотри. Ну да.
Надо в травке смотреть внимательно. О, какой. Такой прям как боровичок. Нога толстенькая. Ну а вот я нашел красоту вообще неописуемую. Среди золотых листочков вот такой вот королевской красоты грибочек. Вот, конечно, их попадается все меньше, но все равно не перестают радовать каждый мой визит сюда. Завершили обход болотца с таким неплохим результатом, как для этого времени года. Уже все-таки грибы отходят потихоньку, такие. Зато вот такие вот сейчас изобилуют. Но есть и более благородные грибочки. Вот, например, вот такие польские. Еще польский. И вот рядышком еще. Та не дуже. Не дуже вилазять. Вон ще бачу один. Більш такі приземисті. У цій місцині. От таке інтересне містечко. И тут вот еще польские грибочки. Как раз сейчас сезон им расти. Таким благородным. Вот еще один. То есть вот они на такой толстой ноге. Вон еще один. А, так тут даже вот, ха-ха-ха, тут их целая полянка. Да, я тут их сколько, 5 штук нашел под одной сосной. А есть на такой тонкой ножке, а есть такие больше похожие на белый гриб. Пришли посмотреть под старую сосну польских грибочков. И тут обрадовал своим присутствием рыжик. Вот какой оранжевый. Уже поскольку сезон закрывается грибной, то буду брать, не побрезгую, даже вот эти козлята. Если они хорошие, они хорошие.
возьмем. Вот, посчастливилось найти такой зонт, который стал крышкой для ведра. Нашел вот такую красоту, маслят тут больших. Там еще ветки мешают. Ага. Ну они хорошие, не червивые. И тут вот смотри. Да, я вижу. И вот здесь вот. Заснял. Ну да. Хорошие, не червивые такие, крепкие. Ну просто уже сейчас не растут, это давно выросли, сохранили. А что, я встречал маленькие, редко растут. Хороший. Глядишь, там еще вокруг, а тут вода заведена. Ага. Вот и подошла к концу наша лесная прогулочка. Насобирали вот столько грибочков. Вот в этом ведре все благородные грибы. Здесь вот зеленое золото. Не стоит недооценивать эти грибочки. Некоторые грибники специально за ними ходят в лес. Вот. Ну и здесь ассорти. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, будут новые видео. Пока.